Здорово всем, дорогие друзья, с вами Владимир. Вот идешь ты такой и не думаешь ни о чем, а на тебе на голову херяк и падает какой-то шар. Да, может быть такое. Что за падающие шары такие? Не так давно в Китае упал вот такой вот шарик. В пятницу 16 мая в Китае произошло событие, испугавшее жителей северо-восточной провинции Хэлунцзянь. С неба рухнуло три инлоа. Очевидцы говорят, что странные объекты появились сразу после пронзительного звука. Первый аппарат рухнул в уезде Иань, прямо в огород местного жителя, испугав домовладельца и его соседей. Я услышал громкий звук, а когда посмотрел вверх, то увидел, что на меня несется какой-то круглый предмет. Он казался сделанным из металла и был объят пламенем, вспоминает сельский житель. Я подумал, что это может быть метеорит, поэтому спрятался в доме и ждал, когда все это закончится. А закончилось все тем, что инло врезалось в землю, в результате чего образовалась воронка. Осмелившиеся прийти к месту аварии китайцы увидели лежащий на земле металлический шарообразный объект с неровными краями и следами воздействия пламени. Короче, сразу вспоминается фильм «Шоу Трумана». Это был фонарь под названием «Сириус» – ярчайшая звезда ночного неба. В прессе уже не раз сообщалось о загадочных металлических шарах, которые попадаются людям в различных уголках планеты. В 1966 году в штате Арканзас, США, несколько очевидцев наблюдали, как один такой шар диаметром 28 см упал с совершенно ясного неба. Когда летуна подняли, на идеально гладкой поверхности шара не было никаких следов происхождения сквозь плотные слои атмосферы и вообще каких-либо повреждений. В 2000 году похожий шар упал недалеко от Кейптауна, Южная Африка. Так и осталось неизвестным, была ли это деталь спутника или что-то иное. А в 1963 году были обнаружены три лежащих недалеко друг от друга металлических шара в австралийской пустыне. Все они имели диаметр 35 сантиметров, каждый весил около 6 килограммов. Покрытие шаров было как будто отполированным, без соединительных швов и повреждений. Вскрыть странные предметы австралийским ученым не удалось, и шары отправились в США для более основательного изучения. Короче, во всей Австралии не нашлось болгарки, наверное, или зубила с молотком. Ну, вы понимаете, к чему эта ирония. Но на самом деле не все так просто. В 1969 году аргентинский исследователь Шнайдер продемонстрировал на пресс-конференции в Буэнос-Айресе 22-сантиметровый металлический шар, найденный на севере Аргентины. В присутствии журналистов ученый четверть часа безуспешно пытался нанести на его поверхности хотя бы одну царапину. По словам Шнайдера, это один из четырех обнаруженных шаров. Исследователь рассказал о попытках разобраться, что же у них внутри, с применением самых современных методов, вплоть до воздействия сверхнизкими и сверхвысокими температурами. Но все оказалось бесполезным. Вот так тебе деталь от спутника неизвестного материала. Первая такая находка, о которой сохранились письменные упоминания, была сделана в 1802 году на свежеспаханном поле близ Лейдена, Нидерланды. Люди отнесли шар в знаменитый на всю Европу Лейденский университет, но тамошние ученые не смогли ни объяснить, что это за непонятный предмет, ни определить, из какого материала он сделан. Впоследствии шар был украден наполеоновскими солдатами, и о его судьбе больше ничего не известно. Канул в безызвестность и шар, найденный в Австро-Венгерской империи во время Первой мировой войны. Это была идеально круглая металлическая штука диаметром около 12,5 см. Как обычно, гладкая поверхность, невозможность ни разрезать, ни даже сколько-нибудь деформировать находку. Австрийцы решили, что это какая-то секретная разработка русских литейщиков, создавших новый сверхпрочный сплав, и передали шар для изучения в Германию, после чего его следы, конечно же, затерялись. Некоторые исследователи усматривают родство этих объектов с чрезвычайно древними металлическими сферами, которые время от времени откапывают на южноафриканских рудниках. Возраст пластов породы, из которых извлекают сферы, составляет примерно 3 миллиарда лет.
Археологи, изучавшие находки, не сомневаются в их искусственном происхождении. В частности, об этом подробно написано в книге «Запретная археология». Короче, ученый недоумевает, а вся разгадка лежит в одном сюжете фильма «Шоу Трумана». Самое главное, чтоб солнце не упало, а то оно полгорода может накроет. Но давайте подробно рассмотрим эти шары. Сравним их со спутником. Как мы видим, похожих деталей нету. Отбрасываем эту теорию. Что это НЛО? Тоже не слишком похоже. Первое, что мне бросается в глаза, это его полированность, как у кота, сами знаете что. То есть такой вот шарик очень хорошо может отражать солнечный свет. Ну или свет от большого прожектора. Еще одна деталь, это своеобразный хвостик на всех шариках, как на елочной игрушке. Может это крепеж, то, на чем это держится, шары. Второе, это отверстие для кабеля или другого источника передачи или подачи энергии, который проходит внутрь шара и питает осветительное устройство, типа лампочки. Но мне все-таки кажется, что они отражают свет, а не светятся. Сейчас многие начнут квакать. Да ты что? Думаешь, что это звезды, идиот? И они отражаются солнечным светом? Есть другие гипотезы и теории? Welcome в комментарии. Что еще можно сказать об этих шарах? Почему они падают? Элементарно, Ватсон. У них вышел срок службы. Отгорают элементы, и они падают. Ведь там наверху ужасно жарко, а они уже тысячи лет висят. А по мнению некоторых археологов, которые их откопали, так вообще миллиарды. Кстати, многие шары отличаются по конструкции. Есть с полосками посередине. Это типа сварного шва, наверное. Я думаю, это устаревшая модель. А есть как бы литые без швов и более блестящие. Это типа новей. И вы, наверное, заметили, что они все отличаются размерами. Ну и правильно, звезды тоже разные есть, поярче, потускнее. Вникайте. Зачитываю опять текст из Корана. Он сотворил их семью небесами за 2 дня и внушил каждому небу его обязанности. Мы украсили нижнее небо светильниками и оберегаем его. Таково предопределение могущественного, знающего. Ясно же сказано светильниками. А что же официальная пропаганда нам говорит? Эксперты выдвинули версию, согласно которой НЛО вовсе не свидетельство инопланетной жизни, а обломки спутника или ракетоносителя. То есть они под НЛО имеют в виду вот эти шары. Это наиболее правдоподобная версия, если учитывать, что именно в пятницу с Байконура была запущена ракета-носитель Протон-М, у которой на 546 секунде полета произошел отказ рулевого двигателя третьей ступени. Позже СМИ сообщили, что ракета сгорела под Китаем. Сразу вам 2 фейка закинули, и типа это НЛО может быть, или обломки протона. Где, скажите, в протоны эти шарики расположены? А многие меня, наверное, спросят, а как мы тогда видим всякие планеты в телескопы? Да ничего странного в этом нет. Это голограмм. А звезды подобным способом создать нельзя, слишком они яркие, потому и сделали вот такие вот хреновины. Многие могут возразить, а как же племя Дагонов, которые утверждают, что мы Сириуса? Я сам про это много раз говорил. Ну давайте пофантазируем. Первая версия. Несколько тысяч лет назад прибыл корабль Сириуса с поселенцами. Была сделана первая искусственная земля, человеконариум. Люди были помещены сюда, и эти первые поселенцы, планетария, в кавычках, конечно, передавали из уста в уста своим потомкам важную информацию. Есть другая версия. Давным-давно прилетели в наш сектор люди из Большой Земли понаблюдать за человечками. Встретили этих Дагонов. Дагоны приняли их за богов. И давай кланяться им и расспрашивать. А эти самые боги показывают им вот пальцем вверх на один светодиод и говорят: «Вон оттуда вы прилетели, дорогие наши голожопые.
Вон видишь звезда, вон ваш дом. Но если серьезно, фрагмент космического аппарата «Молния-1Т». Фрагменты космического аппарата «Молния-1Т», которые не сгорели в плотных слоях атмосферы, упали в Тихий океан, передает Интерфакс. Аппарат сошел с орбиты. Смотрите, какие сходства. Вот вам фотография усовершенствованного спутника 1Т. Спутник боевого управления ракетных войск стратегического назначения. Как мы видим на фотографии, к спутнику прикреплены хорошо видимые шары, баллоны с запасами азота системы ориентации. Вот она разгадочка-то где. Не правда ли очень похоже? Один в один. Это информация Википедии. Видим на этой странице и единственную фотографию этого спутника. И что самое странное, именно с этими шариками. Почему бы не сфоткать в другом ракурсе? Информацию про этот спутник мало. Но вот автор данного текста как будто специально пытается нас обратить наше внимание именно на эти шары. Текст под единственным фото. Молния 1 с близкого расстояния. Хорошо видны шар-баллоны с запасами азота системы ориентации. Нас прям тыкает носом в эту информацию. И что же они выполняют, какую функцию эти шары? Зачитываю отрывок текста. Молния 1 обладает уникальной системой управления ориентацией. Что означает слово «уникальный»? То есть это единственный в своем роде, неповторимый, существующий в одном экземпляре. Странно, не правда ли? Весь текст – это непонятный набор слов. Можете найти его в Википедии. Такое ощущение, что кому-то дали написать наскоряк этот текст. Может, я, конечно, зря докопался, и был такой спутник с блестящими азотными шариками. Правда, мне интересно. Задача ведь этого спутника не стыковаться к какому-то модулю, а просто выполнять свои функции космического летательного аппарата, вращающегося вокруг Земли по геоцентрической орбите. Передает сигнал и все. Нафига ему нужна эта точность? Сами подумайте. Принцип действия этой системы мне непонятен, но это не главное. Вот в чем незадача. Шарики намного раньше стали падать. Они разных размеров и с небольшими конструктивными отличиями. И главное, в разных частях света. И почему не было среди них каких-либо других обломков спутника на месте падения, кроме этих шаров? У людей появились телефоны с фотоаппаратами и выход в сеть. И мы все больше получаем фото таких вот светильников. Так что про обломки какого-то спутника можете забыть. Министерство обороны Вьетнама сбито с толку, не понимая, откуда могли взяться три странных металлических шара, найденные на днях на границе с Китаем. Об этом пишет британская газета Daily Mail, ссылкой на вьетнамские СМИ. Шары разного размера, самый крупный весит 45 кг, который поменьше 6 кг, а самый маленький всего 250 грамм. Они были найдены в провинции Туянкуанг и в провинции Иенбай. Один из них упал в землю, второй возле ручья, третий самый маленький на крышу дома и после скатился с нее на землю. То есть точно известно, что они упали с неба. Но откуда именно, загадка? Пока официальная версия Министерства обороны Вьетнама такова, что это сферы русского происхождения. Почему именно русского нигде не указано? От спутника или ракеты? В 1983 году журнал Voyager поведал о результатах исследования древних шаров из музея Клерсдорпе и шара, найденного относительно недавно в США. Различия между первым и вторым оказались весьма существенными. Современный «шар», в кавычках, конечно, который недавно был найден, в отличие от старых, оказался невскрываемым, различались и составы металла. Поверхность шара из Америки была сделана из сплава, основу которого составляли титан и редкоземельные металлы. Такое невозможно создать при ныне существующих технологиях. Это только подтверждает мою версию об усовершенствовании так называемых светильников или звезд. Мы раньше тоже лампами накаливания пользовались.
И вот я вам зачитываю ряд наблюдений, найденных мной в сети, взято с одного сайта. Пропала звезда в созвездии Большой Медведицы. Третий день подряд не могу увидеть звезду в этом созвездии. Что это? Задается вопросом. Погибла звезда? Перегорел спутник, который замещал звезду? Еще одно наблюдение писала мне она, девушка ВК, когда вдруг увидела, что с ночного неба пропала звезда. Но это не единственное наблюдение. Я смотрел на ночное небо и обратил внимание на очень яркую звезду. Помню, что ее раньше там не было. Смотрю, она все ярче и ярче. Как Толкин описал, стала такой яркой, что видно было дифракционную картинку, круги вокруг звезды. А потом стало происходить самое интересное. Звезда начала рассыпаться. Я чуть не попутал, думал сон, но нет, она как бы искривилась и рассыпалась. Что интересно, фрагменты падали в сторону Земли. Вскоре объект исчез, потух. А совсем недавно наблюдал другое интересное явление. В районе Большой Медведицы вспыхнула яркая звезда. Повисла неподвижно и исчезла. Долго всматривался после в этот участок неба. Ничего. Через час-полтора снова появился объект. И также исчез. Вот что это? То есть автор данного текста тоже задается вопросом. А вот огромный материал я нашел на сайте Астрогалактика. Читаю его выдержки. Пропавшие звезды. Мало кто знает о проблеме пропавших звезд, волнующих профессиональных звездочетов, уже не одно столетие. 8 мая 1992 года газета «Киевские новости» опубликовала курьезное сообщение. На данное время группа астрофизиков из Вальпараиса задокументировала исчезновение 73 небесных тел. Астрономы не могут пока определить точно, когда началось исчезновение. Они только с беспокойством заметили, что звезды исчезают все ближе к Солнечной системе. Правительства крупных государств призвали астрофизиков проверить и исследовать непонятное явление. А в работе такого астрофизика Дюберка «Сводный каталог и атлас галактических новых» 1987 года описано несколько официально признанных случаев исчезновения объектов, причем некоторые из них мало похожи на вспышки новых звезд, длящихся десятки суток. Одна из таких – У-Лео. Объект обнаружен визуально 22 января 1854 года. Как звезда, вопреки поведению новых звезд, объект оставался видимым и через год – 18 января 1855 года, но пропал уже к середине 1855 года. В общем, там много случаев написано исчезновения и появления звезд. Понимаете, можно, конечно, отнестись это как к очередному фейку, но вот знаете, просто так ничего не бывает. Больно много фактов говорит о том, что происходят непонятные вещи, и все эти факты очень сходятся с моей версией, рассказанной мной в одном из предыдущих видео «Купол над землей. Карантин». Нет, я ничего не утверждаю, потому как объяснения этому явлению могут быть разные. А не задумывались ли о том, что когда мы видим видео космонавтов в открытом космосе, мы не видим звезд? Почему это происходит? Вот официальная версия. Здесь нет атмосферы, которая преломляла бы свет, как наше небо. Поэтому он выглядит темным. Однако в космосе совсем не темно. Напротив, света тут больше, чем обычно видят люди в самый солнечный день. Это если коротко. Но знаете, мне это объяснение кажется просто отговоркой. Хотя, конечно, и этот вариант я не исключаю. Но есть некоторые видео НАСА, где видно звезды. Так вот, первые видео космоса, сделанные американцами и Советским Союзом, были сделаны в студии. Сделать небо звездным очень непросто. На самом деле, даже сейчас. Почему? Понимаете, раньше их было сложно сделать просто по техническим причинам. Сами подумайте. Ведь они прекрасно понимали, что технический прогресс не стоит на месте, и люди, конечно, начнут догадываться по старым видео, что что-то не так. Даже видео Леонова «Выход в открытый космос» кажется отрывком из дешевого фантастического фильма, как и полет американцев на Луну. А здесь еще и звезды нужно продемонстрировать. А поймите, всегда существовали всякие умники типа меня, которые обязательно с линейкой начали бы мерить угол расстояния одной звезды от другой, расположение космического корабля, Луны или Солнца по отношению к какой-нибудь звезде или другому объекту. Это сложно сделать технически. Даже сейчас они постоянно прокалываются на видео. То свет софита в стекло скафандра отразится, то пузыри не заштрихуют. И потому придумали самую смехотворную теорию. На этом я и закончу. С вами был Владимир, как всегда, со своей безумной теорией.
Не воспринимайте, детки, все всерьез, а то вдруг звезда на башку упадет.